Привет, молодежь, Гаури, Грузия. Опять я, Анатолий и Алексей. Алексей из Москвы. Алексей, держи карту, она в твоей руке будет. Мы сейчас находимся, ребят, на 3000 метров над уровнем моря, гора Гудеби. Вот здесь, ну, один из самых высоких подъемников Гудаури. Большая экскурсия. И нереальные виды. И нереальные виды. Реально-нереально. Вот. Очень красиво. Мы сейчас туда полетим. Приземляться будем на 2200, планируем немножко найти пару термиков, держаться на следующих потоках полетать. Ну а там как дух даст. Мы сейчас стартовать будем, для старта мы немножко потанцуем. Сейчас увидите как. Надо немножко вперед пройти, назад пройти, погулять. Туда. Вообще огонь. Особенно когда в первый раз это. Очень живописно, прям очень. Особенно залитое солнце. Сегодня день просто шикарный. Хорошо полетал. Вчера так же было. Хорошо полетал, приземлился. Началось. Но, тогда мне позвонили, что у меня есть работа, я был спасаном. Я номер 30 был. Там что я попрекал. А, вот это? Да, вот это раньше. А, нет, это раньше. На камеру если посмотришь, на глаза речи тебе. А, вижу, во-во-во. Видишь, да? Да-да-да. Вот так да, да. Ага. Мы снимаем. Что, ребят, мы взлетели, вот, прекрасно все, замечательно. Супер, вообще огонь. Летим, сейчас, может, восходящий поточек встретим. Судя по всему, что я там вижу, мы его встретим. Вот, можем попробовать. Задержимся в воздухе.
а там вдали вообще огонь, хребет. Знаешь, что за этим хребтом? Что? Вот этот хребет, это четко идет граница уже с Индией, не знаю. Да? Да, это считается Россией, типа. Ну, там, видишь, магазины живут, ну, до сих пор, то есть какие-то конфликты, это все знаешь, там, все оккупанты, все кучат и так далее. Я понимаю, как бы люди живут в самом деле, политика есть политика. Если не образован, да, конечно. Я могу во фронт, да, снять немножко? Развернуть во фронт, снять немножко. Самый интересный человек, которого ты вез вот так? Знаешь, какой самый интересный. Тяжелый, наверное, самый легкий, самый возрастной. Самый тяжелый, 142 килограмма. Серьезно? Да, здоровый такой мужичок. Как с ним побежали? Что, как побежали с ним? Нормально? Да, видимо, нормально. Так, не очень.